Продолжение предыдущего видео про ремонт прожектора. Вот это вот. Я подписал, что он был в ремонте. Вот он у нас работает. Нам нужно утилизировать этот прожектор. Делается это легко. Значит, прикрутили мы все, что нам не нужно. Вот так это все делается. Отражатель прикрутили. Все прикрутили. И теперь отправляем все это все утилизировать. Собственно, сам момент утилизации. На счет 3. Раз, два, три. Вот так оно утилизируется. Вот, ремонт окончен.